Всем привет! Вы на канале Китай Маркет. У нас очередная посылка и очередной свитер. В этом году много свитеров у нас было. Ну а этот свитер такой укороченного плана. Типа, не знаю, топик, как его назвать, я не знаю. Он такой короткий. Белый свитер. Размер у продавца один, только одного размера не было, у него нету разных размеров, там один размер. Вязаный не сильно толстый такой, как бы чуть-чуть просвечивается он. Ну, он такой широкий, просторный и короткий. Вот так, если вам видно. Так, рукава. Горловина, сам воротник невысокий. Вот так выглядит сзади. Задняя часть чуть-чуть длиннее, чем передняя. Вот как мы видим, сантиметров на почти на 10, ну не на 10 там. Нитки не торчат, запаха нету. Ну, вони нету. Запах присутствует новой вещи. Теперь давайте я вам замерю, чтобы мы сориентировались. Значит, по ширине получается, ну, грудь, скажем, 68 сантиметров, даже 66-67 сантиметров. По высоте 42, задняя часть 46-47. Рукав от стыка, как это назвать, от соединения 48, а где-то от плеча будет 58. Потому что, как я сказал, он такой широкий, он более просторный. Ложится. Вот такой вот свитерок. Узор обычный, простой такой, вроде бы. Манжет нету. Чисто вот так заканчивается. Здесь только воротник. На низу такой манжетик, как бы, тянется. На ощупь тоже, на ощупь мягкий, не колющийся материал. Довольно-таки приятно. Так что, кому приглянулся, заказывайте. Кому нравится такого вида свитера. Ну, а кому было полезно наше видео, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, советуйте нас своим друзьям, ставьте репосты. И комментируйте пожелания ваши. На этом все на сегодня. Всем спасибо. Всем пока.